Непривычно наблюдать подобную церемонию в кабинете поликлиники, но повод того заслуживает. В поликлинике Фрязинской городской больницы имени Гольца появился новый медицинский прибор, которого долго ждали жительницы городского округа. Да, именно жительницы. По программе здравоохранения Подмосковья за счет правительства Московской области Фрязинская горбольница получила новый рентгеномаммографический аппарат, проще говоря, маммограф. Современный, цифровой и, что важно, малодозовый. Это новый цифровой аппарат, который дает новую нам возможность по сравнению с аналоговыми препаратами. Здесь все цифровая обработка изображения, оно намного лучше, контрастнее, и результат на выходе позволяет выявлять ранние стадии рака, доброкачественных всяких образований, чтобы начать вовремя эффективное лечение. Аналогов в округе этому аппарату нет, он у нас такой один в нашей больнице сейчас. Еще раз повторюсь, малодозовый, производство Российской Федерации. Специалисты говорят, у российских предприятий большой опыт по выпуску цифровых маммографов. Этот сделан в Подмосковье, в городе Истра. Раньше в поликлинике был маммограф, но старый, с рентгеновской трубкой, дававший большую дозу облучения, а это вредно. И он вышел из строя еще 4 года назад. В городском округе Фрязино больше 26 тысяч женщин. Профилактика заболеваний молочной железы и своевременное их выявление очень важны для качества жизни. А после 40 маммографическое исследование и вовсе нужно проходить раз в 2 года в рамках диспансеризации. Теперь этот процесс значительно упростится. Очень большую помощь он принесет жителям нашего города, которые проходят у нас диспансеризацию и профосмотры. Если раньше пациентки ездили на маммографию по диспансеризации в другие города, это Щелково, Мытищи, Фряново, естественно, это занимало и время, и силы. Жители города будут очень благодарны, так как эта проблема у нас была очень большой. Обследование на новом аппарате доступно не только жительницам Фрязино. И записать сюда может любой врач, не обязательно онколог, из любого медучреждения Московской области. Конечно, если есть свободные места, а проводить аппарат может до 40 исследований в день. Результат будет интегрирован в электронную медкарту пациента. У нас работает в Московской области система ГИМИАС, централизованные записи. Поэтому, если есть свободное место, любой врач может записать на этот аппарат, и любой пациент может приехать, в том числе с городских округов Щелково и других муниципалитетов Московской области. Это очень большое достижение руководства поликлиники, что у нас появился такой замечательный маммограф. Потому что много лет женщины города Фрязино мучились и путешествовали по разным медицинским центрам, в том числе и платным, чтобы получить это исследование. В течение того периода, когда мы реализуем программу здравоохранения Подмосковья, правительство реализует эту программу, конечно, для нас это очень серьезный вклад в развитие медицины в городском округе Фрязино. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.